Итак, ребята, снова всем привет, снова с вами Маша Сила Дед. Сегодня у нас суббота, и сегодня я, как обычно было всегда до этого, я играю на сервере RevEntrp. И это последний раз, когда я здесь играю в субботу. Дальше я здесь буду играть понедельник и среду. Как я раньше играл на сервере Sampnet. Об этом я говорил в своем прошлом ролике. Об этом я решил сейчас еще раз вам это напомнить дело. И все, я думаю, будет хорошо. Так. Парень, там вот стоит рядом. Нафиг ты меня повез? Эй, ты куда меня повез? Шапка Тюбетеева. Ты зачем меня повез? Как мне отсюда спрыгнуть? Жесть. Во. Самое главное, там ведь было это, вон, есть скутер свободный. Нет, взял. Деда выкинул из... Все, все, все разбежались. Молодцы. Вот, давай мы с тобой побегаем. Парнишка в трусах. Парень, дай велосипед. А знаете, я что хочу посмотреть? Тут, наверное, долго ждать придется опять велосипед на этого транспорт. Хотя, в принципе, можно подождать. Но лучше не надо. Найдем что-нибудь. Шлагбаум. Баум, да? А не, вообще-то... Вообще-то да. Молодец, парень. Тут есть... Есть возможность дождаться транспорта. Вот какой лесопед-то красивый. Так, ну поехали. Что, у тебя тоже заводить надо? О. Гораздо лучше. Более полезно для здоровья. Ну давай, открывайся. Шлагбаум. Так, надо сюда уехать. Пока опять деда тут что-то... Опять не перехватили. Так, я сейчас, знаете, куда еду? Я по карте сейчас должен посмотреть, куда мне ехать. Дело в том, что я сейчас, значит, зашел на сайт этого сервера. На сайт этого сервера я зашел и просто посмотрел свободные дома. И вот где-то здесь, по-моему, или, может, чуть пониже, может, даже вот здесь... Я видел, там есть свободный дом, а это вроде как район гетто. И здесь не должны быть... Не должны быть здесь дорогие дома. Вот. А раз уж я решил здесь играть, на этом сервере, долго и упорно, надо мне тут как-то обживаться. Куда меня занесло? Куда я заехал? Вот. Поэтому... вот. А я сейчас здесь, значит... Ничего не имею. Никто я здесь. Нет у меня здесь ни денег. Ну, 257 тысяч есть. Ни уровня большого нету. Блин, где же я видел этот дом? Вообще, где здесь дома-то? Здесь что-то и домов-то нету. Сейчас поищем. Где-то я тут что-то видел. Вот, 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 вот. Я же говорю, есть что-то. Вот он, зелененький домик. Если даже... Если я даже до него еще добегу живым, просто посмотреть, сколько он стоит. Да не так уж он и дешево стоит. Это чего у нас получается? А, 210 тысяч всего. В принципе, я могу его купить. Вот. Дом продается, buy house. 600 в сутки. Но я пока не буду его покупать. Вот. Просто... А, подождите. А войти можно было? Что-то я не понял. Просто... Да, действительно, ребята, кто вот так хочет купить дом, все это нормально, войти можно. О, так это... Дом военного. Старичка такого, который здесь вот дрых, когда играешь в эту самую... По сюжету GTA... Для варки рыбы. Рыбу можно варить. Аптечек не оставили? Не, не оставили. Вот. О чем я остановился? Что да, действительно, можно зайти на сайт, посмотреть по карте, есть ли свободные дома где. Там еще есть. Дома, кстати, я посмотрел на карте, не только здесь есть свободный дом. Есть свободный дом. В Сан-Фиеро есть дома свободные.
И там далеко. Сан-Фьера. В Лас-Вентурасе есть. Там внизу, как бы сказать, на южной окраине города Лас-Вентураса есть много свободных домов. Но вот не знаю, как они, сколько они там стоят. А вот в сельской местности свободных домов нет. Я не нашел. Так что вот такая тема, она работает. Вот. Я зашел к ним на сайт. Думал, может, там есть какая-нибудь что-нибудь типа рулетки. Какая-нибудь рулетка есть. Знаете, такая бесплатная. Один раз там в сутки. Или один раз в неделю. Один раз в год. Вот. Нет, ничего такого нету. По крайней мере, я не нашел. Если это не так, то вы мне скажите. Может, я что не как-нибудь не там посмотрел. Вот. Не надо мне звонить, ребята. Я сейчас занимаюсь своими делами. Так, а вот это что у нас? Банковская карточка. Есть у меня банковская карточка? Проверить баланс. А, 200. Да, у меня есть банковская карточка. Ее тут всем выдают. И у меня на ней, значит, как изначально было 200 виртов. Так у меня они на ней лежат. Слушайте, какой крутой спортзал-то здесь, а? Ну-ка, если так подойти. Ту-ту-ту. Так, ну ладно, это наверное, без толку. А тут чего-то... Тут ничего не загорается. Ну, пойдем, там вон информация какая-то есть. Спарринги, бои. А, ну это понятно. Нифига тут это. Какой... Какой ужасающий такой этот. Какому стилю... А, во как! Какому стилю бою... Стилю бою вы хотите научиться? А может и правильно... Какому стилю боя, наверное. Жди на спавне, я еду, дед. Виллагужи меня все это. Так, нормальному я хочу научиться. Вы уже владеете этим стилем. Ну, вот видите, я хоть нормальным стилем владею. Боксинг. Ну, давай боксингом. Цена 30 тысяч, кстати. Не так уж это. Чтобы использовать стиль боя, нажмите правую кнопку мышки, нажимая F. Правая кнопка мышки. Зажмите правую кнопку мышки, нажимая F. А, ну все, это я уже, значит, уже научился. Больше ничего не надо. Так, подождите. Только деньги отдал, уже сразу научился. Так, а кунг-фу, я знаю эту канитель. Так, выбор. Да, денежки снимают. И вот сейчас будет это кунг-фу. Ту-ту-ту. А... Ну, понятно. Здесь так. Я помню, на каком-то сервере, но это было очень давно, ребята, я играл. Так вот там, чтобы овладеть этими стилями боя, было гораздо все сложнее. Тоже надо было, конечно, платить деньги. Но для этого здесь должен был быть инструктор. Ты должен его найти. Я помню, мне так вдруг захотелось овладеть каким-то стилем боя. Я искал инструктора этого, его не было. Было их несколько, но они были не здесь. Я с одним так связался по смс-ке по телефону. Он оказался в Лас-Вентурасе. У него не было машины. А у меня был какой-то там лимузинчик. Я к нему поехал, привез его сюда. Вот. И он мне давал задание. Я должен был подходить вот к этой груше. Сколько-то там раз колотить ее. И только потом я получил этот стиль. А здесь все просто. Берешь деньги и все. Что ему надо? Что этот вилла? Вилла. Куда я знаю его номер телефона? Отстаньте от меня, дайте мне спокойно поиграть. СМС-ку ему можно отправить? Дайте я попробую ему СМС отправить. СМС 130, как вот я обычно. И наберу. Отстань.
А, у меня нет денег на телефоне. Во как. Мобильный телефон выбрать. Пополнить баланс мобильного телефона. Да. Номер у меня вон такой крутой. Сколько надо положить-то? Давайте хотя бы 1000 сначала. Можно, нет? Чего? Так я положил или нет? А, вот. Нельзя 1000, значит. А, хотите положить 500 на номер 1000? Нет, ребята, подождите. Так. Что-то я делаю не то. Мобильный телефон выбрать. Да. Ваш номер. Введите номер мобильного телефона. Да, конечно. Читать надо нормально, дед. Раз, два, три, четыре, пять, четыре. Окей. Сколько положить? 1000. Принять. Пятьсот. Вот. Да. Вы успешно положили 500 на номер свой. Отлично. Что он там говорит? 300, 300. 333. Вот видите, ребята, я говорю, я играю так, как я умею играть. Для меня это вот общение, я начинаю теряться. Туда смотреть, сюда смотреть. Так что я буду играть так, как я играю сам. Все, ладно, телефон я на эти деньги положил. Входящий смс. Поступил платеж. 500, значит, долларов. На телефоне у меня есть. Видите, надо указывать свой номер телефона. Понятно. Ну да, это ведь банкомат. Это банкомат. Откуда он знает, какой у меня номер телефона? Указываешь там номер телефона и спокойно ложишь деньги. И теперь можно будет звонить. Но звонить я никому не собираюсь. Единственное, что я собираюсь, отправлять смс-ки. Что, мол, ребята, отстаньте, не мешайте мне заниматься ерундой. Мейсон задавило. Бандит. Не, не задавил. Молодец ты, Мейсон. Так, ну чего? Транспорт я свой потерял, но тут все дело проходит. А, вот что ему 300 надо. Блин, Мейсон, давайте дам денег. Давайте дадим деньги Мейсону. Так иди хоть с дороги-то отойди. Сейчас нас тут задавят. И сюда. Ну вот. Ушел Мейсон. Пока я писал. Вот видите, пока я тут что-то пишу, пока что-то понимаю, игроки плюют. Говорит, что за бестолковый такой? И уходят. Вот. Поэтому лучше я как-нибудь потихонечку один поиграю. Так, у меня здесь что? У меня здесь вообще ничего. Ни дома, ни машины, ни работы. Хотя работа у меня есть, по-моему. Я тогда водил автобус остался здесь. Так что посмотрим. Так, что можно купить? Желтый справочник. А почему желтый? Аптечка, ну это, наверное, пока будет, когда будешь дом, когда будет дом, фотоаппарат, нафиг. Сигары, баллончик, краски. Это, наверное, интересно. Можно было вместо оружия применять. Новая сим-карта мне не надо. Бумбокс, рация, MP3 плеер, лопата, цветы. Замороженная рыба 5 килограмм. А вот, наверное, где рыбу-то варить. Покупаешь здесь замороженную, идешь домой, там варишь. Набор инструментов, это есть, наверное, машина будет, чтобы ремонтироваться. Это вот эта хорошая, наверное, вещь для лечения. Биту можно, если кому-нибудь по башке дать. Валик, маска. Да, вот этот. Вот только вот этого мне еще не хватало. Трость. Не надо мне этого ничего пока. Ну ладно. Кстати, по-моему, цены там были довольно нормальные в этом магазинчике. Ну что, будем осваиваться потихонечку на этом сервере. Сегодня у нас суббота. Сегодня, если так вот рассказывать о моей
реальной жизни, а не виртуальной, то сегодня, естественно, выходной. Это тут в квартире мы прибирались. В квартирке. Вот, никуда гулять не ходили. А, ну, за водой я пару раз ходил. Завтра пойдем на речку. На речку собираемся. Если, конечно, погода будет нормальная, хочу я сходить на реку. Река замерзла у нас такая. Там детворы, наверное, много с горок катаются. И я хочу этот процесс, как детвора веселится возле соборной горки, снять на квадрокоптер. Но если погода. Погоду каждый раз смотрю, прогноз погоды. Там что только... Все время, каждый день все разное. То снег, то ясно, то мороз, то вроде опять снег, но мороза нет. В общем, не знаю, что будет завтра. А сегодня, наверное, что? Я автобусником я уже поработал, да, в прошлый раз? Сейчас надо мне... Что мне надо? GPS посмотреть. Опять. GPS... Важные места. Биржа труда. Поехали. Автобусником я поработал. Сейчас поедем, что-нибудь еще поищем. Какую-нибудь работенку. Вот. Будем зарабатывать денежки. Честным трудом. Знаете, есть такое мнение, что честным трудом много в жизни ничего не добьешься, не заработаешь. А вот мы попробуем. Блин, забор этот поставили, тут хрен его объедешь. Ну, в принципе, и нормально мне его. Так, полиция. А мы так чистенько едем, как стеклышко. Аккуратненько. Как этот мультфильм, смотрели этот? Ну погоди-то. Наш советский мультфильм. Вот, там волк, когда так вот что-нибудь... Полиция, милиция проезжает мимо, он так всегда раскланивается. Карманы выворачивает, что у него ничего нет, что он ничего не украл. Так, а куда я еду? Где у нас? А, вспомнил. Она у нас возле... Полиция у нас возле... То есть полиция. Биржа труда. Недалеко от магазина одежды. Помню. О, тут сколько народу. Ну, не так уж и много, но есть народ, который тоже хочет заработать, честно. Биржа труда. Угу. Вообще-то никого тут и нету. Так. Боты у нас здесь есть, боты. Так, механик, таксист, мойщик улиц, адвокат. Ну что, давайте таксистом. Тоже второй уровень. Так что пока у меня уровень второй. Надо будет посмотреть. Давайте таксистом я буду. Ах, вот как. Сначала надо уволиться. Вы подписываете контракт. А уволиться нельзя? А нет, вот можно, почему же нет? Принять. Вы успешно уволились. Ну все нормально, да. И таксист, значит, принять на 3 часа. Так, вы устроились таксистом, писали трудовой договор на 3 часа. Ребята, вот мне интересно, напишите мне в сообщениях, потому что, ну, не буду же я 3 часа тут, ну, просто у меня нет времени так играть тут ровно по 3 часа. Вот пройдет время, мне надо было сейчас. Хотя ведь прошло уже время много. Или именно это в игре пройдет 3 часа, когда пройдет, и надо по новой сюда приходить и подписывать трудовой договор или этот контракт. Кто вот тут играет так долго, часами, там, днями, это и кто работает. Вы через каждые 3 часа сюда приезжаете и продлеваете контракт. В принципе, это как-то, если честно, это не совсем реально, как в жизни. Вот. Ну, может быть, не знаю, если так вот подумать. Может быть и реально, но... Обычно такие контракты, они продлеваются автоматически. Всегда. В жизни, я имею в виду. Так, ну что, теперь надо искать работу. Где эти таксисты? Где-то я их видел. Где-то я их видел. Так.
Вот таксист, площадка, даже видите, все указано. Нам нужен Лос-Сантос. Окей, ну да, примерно там я и думал сейчас. Сейчас, по-моему, или мне показалось, или пролетел тут в правом верхнем углу самолет. Значит, тут как-то можно будет в конце концов когда-нибудь полетать и на самолете. Кстати, ребята, напишите мне в комментариях, кто давно играет на этом сервере RevEnterP. Я здесь теперь остаюсь надолго. И просто напишите мне, кто знает, как тут можно побыстрее сесть за штурвал какого-нибудь воздушного аппарата и полетать. Вот. Как это сделать на сервере Аризона, я уже знаю. Я теперь даже не знаю, что я буду еще делать на сервере Аризона. Нет, я понимаю, что там еще много чего можно делать. Но мне так хочется дальше продолжать летать на этом кукурузнике фермерском и что-нибудь там опылять, нападать на этих самых военных газовой атакой. Кстати, видите, я вот думаю, не, что-то я... Смотри, не понял. Бум, а где у нас такси-то? Вот у нас такси. А я не... А я думал, не здесь. О, сколько тут много-то. Только выбирай. Так, сейчас посмотрим, что у нас. Так, здесь такие машины, а там, по-моему, другие машины. Да, вот эти машины мне больше нравятся. Эти какие-то уж... Не айс. Вот это, эти мне больше нравятся. Ну, давайте смотреть, что здесь и как. Так, вы хотите начать рабочий день? Да. Вы заступили на работу. Все? Так просто? И даже вон пошли вызовы таксистов. Интересно. И ничего не надо набирать. Тариф. Фары. Как это было вот на других серверах. Такой команды не существует. Нет, ну да. Значит, все, я таксист и... По идее... Так, подождите, пока не пробежала эта штука или пробежала... Вот. АТЦ. АТЦ. Вызовов нет. Ну, пусть команда это будет. Так, вроде здесь не так уж все это и сложно. Все, выехал, пошел. Причем, может, я что-то просмотрел, но у меня такое ощущение, что здесь я даже ничего не заплатил за аренду вот этого автомобиля. Там просто было... Написано, вы желаете начать работать? Говорю, да. Все, пожалуйста. Работай. Так, кто-то там заказывает. Во! Выбор. Не успел. Вызова нет или кто-то его принял. Опередили меня таксисты. Конкуренты опередили. Ну ладно. Будем ждать. Кстати, мне тут написали в комментариях, прошлому моему, значит, летсплею на сервере RevEnterP, что таксистам здесь, в принципе, если нормально работать, можно быстро денег поднять. Не знаю, как это. Тут надо просто быть более внимательным, чем я сейчас. Ну, когда ты просто играешь, это одно, а когда ты играешь и записываешь ролик, это уже совсем другое дело. Ой, наверное, зря я взял работу таксиста. Я и тут ничего не знаю на этом сервере. Работал бы лучше этим самым водителем автобуса. Успел, нет? Фу. Успел. Антоха, садись куда-нибудь поедем. О, сразу два сели. Антоха и Андрей. Блин, ребята, что я с вами буду сейчас делать? Я и тут ничего не знаю. Куда ехать? Так, куда? Машине, куда? Не знаю. Дорогу. Так, по-моему, мне поставили маркер, да? Казино сделал. А, ну да, вот видите. Угу. Он установил свой, оплата уже сразу. Есть. И, значит, я еду в казино. И на карте появилась метка. И второй, значит, тоже согласен,
чтобы я их довез в казино. И смотрите, у меня даже клиенты справа отобразились. Вот, Антоха. В общем, круто, круто. Ладно, мне пока сейчас некогда это смотреть. У меня один клиент отобразился, насколько я понял. И сумма. Клиент. Дистанция, значит, какую. Мне сейчас надо преодолеть, чтобы доставить их до места. И сумма, которую, значит, я тут сейчас должен заработать. В принципе, это хорошо. Хорошо. Но я ведь везу двоих. По идее, должны бы мне оба заплатить. Ну да ладно. Нормально. Нормальная тема. Видите, я вот тут вообще новичок. Быстрее. А я тебе быстрее? Полечу тебе, что ли? Взлечу. Ну, крылья надо, наверное, это. Нету тут крыльев. Вот нажимаю вверх, не, как на самолете. Не получается. Во, сейчас проскочим. Вот тебе, видишь? Вот тебе быстрее. Так, и маркер, да, вот. Они сами поставили, клиенты сами ставят маршрут. И, может, не все такие клиенты грамотные, но вот мне попался грамотный клиент. И я его спокойненько довез до цели. Пожалуйста. Все, приехали, выходи. Вы получили... А, 840 я получил. Значит, оба мне заплатили по 400 с чем-то. И все нормально. Хуго, садись. Старфейс. А, ну так садись. Ну ладно, можно и так садиться. Только это моя машина. Тух, дух. Вы закончили рабочий... Нифига я закончил себе рабочий день. Это мне так по морде треснули, и значит я закончил... Опять я закончил рабочий день. Ну вот. Вы закончили рабочий день. Лихо я тут заканчиваю рабочий день. Так, ну ладно. Вроде парень успокоился. Ну, парню взять надо было это. А, я понял. Парнишка в казино проиграл кучу денег. Ему надо, знаете, это... Бегает здесь теперь, не знает... Куда деть свою негативную энергию? Кому-то надо морду ему набить. Ну вот, попался ему тут, значит, под руки таксист. Под руку таксист. Под руку. Под руку. И он, значит, весь свой негатив выплеснул. А это у нас что здесь? Это у нас, по-моему, эти... Радио, что ли? В общем, стоят вагончики. Вагончики, фургончики, вагончики. Ладно. Ну что, вот, где-то, видите, немножко и таксистом заработал. Ну, потихонечку начинаю осваиваться. Кстати, пока я здесь на такси, бог с ними, с этими вызовами, с деньгами. Здесь, вот, глядя на карту, я видел, да, именно где-то вот здесь, когда я смотрел на карту, я видел, здесь очень много свободных домов было. Блин, здесь не подняться. Здесь не подняться, надо с другой стороны моста. Да вот там можно подняться. Вот здесь где-то я видел. Если я ничего не перепутал. Вот, да, во, вижу, 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 есть. Вон свободный дом. Вот. Просто узнать цену. Интересно. Так, заглушим. Сразу вот видите, выхожу и все. Вы закончили свой рабочий день. Такси, интересно, сейчас пропадет? Нет, пока я здесь. Так, 260 тысяч. Вот у меня уже не хватает на этот дом. Давайте войти, посмотрите. Ну, такая, я бы сказал, ну, не совсем уж спартанская обстановка, но не шикарная совсем уж, но ничего. Хоть бы медикаменты кто-нибудь оставил. Вот. Ну, в принципе, нормальное жилище. Так, ну и такси у нас не пропало. А вот это мне нравится. Закончили рабочий день, начали рабочий день. Никаких тебе команд, никаких тебе оплат за аренду такси. Нормально. Нормальная тема. Ну вот тут еще, видите, есть дома. Я думаю, наверное, такая же цена. Хотя можно сбегать. Такси вроде не пропадает. Можно сейчас даже не заходить внутрь, а проверить... Посмотреть цену.
240 тысяч. Ясно. Ну, пока мне жилье не надо. Надо мне, наверное, еще какого-нибудь клиентика найти. Так, ну, в казино я не поеду там. Там опасно сейчас стоять. Бегает там какой-то... какой-то интересный... В интересном костюме. И пытается угнать такси. Поеду я... Куда? Обратно в столицу штата. Лос-Сантос. Лос-Сантос. Так, что у меня здесь со здоровьем? Здоровье у меня, кстати, не на 100%. И есть у меня тут еще одна полоска указана. Это значит у нас что? Это у нас, скорее всего, голод. Сытость, вернее. Сытость у меня тоже, значит, неполная. Значит, надо сейчас заехать где-нибудь перекусить. Горючее у такси тратится. Скорость указана здесь. 67 единиц пока у меня горючего есть на этой машине. Так, кто-то там по встречке ехал. Ну что, поедем где-нибудь перекусим. Посмотрим, где здесь есть какой-нибудь кафешка, ресторанчик. Нет, можно, в принципе, было съездить в бар. Но пока я еще не слишком здесь богат, чтобы разъезжать по барам. По барам, пора по барам. Так, вот, аккуратненько так сюда заедем. Заглушим машину. Вы закончили рабочий день. Здорово. За одну смену тут можно, скажем, раз 10 можно начать рабочий день, закончить рабочий день. Ух ты, какой пирожок вкусный нарисован. Вы хотите купить готовый обед за 120 виртов. А вот это мне нравится. Да. Так. А теперь, блин, здесь вот он, обед. Ну да. Как он? Что хоть тут? Дайте хоть посмотреть. Это обед? Ну, там, наверное, курица. Здесь какие-то чипсы, кофе. В общем, да. Ну, ладно. Хорошо бы можно было так, чтобы еще сесть за стол. А команда, насколько я понял, вот это. Такой команды не существует. Так. А как же это дело съесть? Блин. Вот жалко, что у меня сейчас не стрим. Я какую команду набрал? Ну вот. Жалко. Там была вроде указана команда. Но у меня здесь это мое лицо. Так, игрок, фракция, остальные. Ну, это, наверное, касается игрока. Так. Услуги бы... Ага. Показать лицензии. Показать паспорт. Просто пас. Показать паспорт. Одеть маску. Использовать аптечку мед. Сломать... Сломать наручники? Так можно? А что, так можно было? Знаете, поговорка есть такая. А что, так можно было? Сломать наручники. Я бы тогда на первом своем летсплее здесь так бы и сделал, когда меня арестовали. Вот, оказывается, так можно было. Мне, может, мне так ролика назвать? А что, так можно было? Продать сим-карту, передать оружие, ограничитель скорости. Ну, это понятно. Управление новостями, история изменения имен, передать маску, продать, вытащить, хождение, показать тело, наличие тату, 6. Ну что, наверное, тут нет ничего такого. Работа, фракция, аренда, дом, чаты транспорта, анимации, телефон, бизнес, лидерка, гараж, недвижимость, семья, офис, подельники, РП, может, это имеется в виду РП,
Ну да, это ясно. Ну, может, единственное, что еще может быть в анимации. Да, так я и не понял, как мне эту штуку съесть. И что мне с ней делать теперь? Так и буду с этим подносом бегать. Во, все, поднос пропал, так я его и не съел. Так, давайте я сейчас еще раз попробую. Дубль 2. Так, купить. Да. Вот здесь есть эта надпись. Появляется, но не видно из-за моей морды. Так, я сейчас тогда по-другому немножко сделаю. Мне все-таки это интересно. Так, вот сейчас я убрал свое лицо отсюда. И я сейчас, значит, попробую это все-таки дело выяснить. Надо смотреть. А, вот. Просто нажать клавишу Y. Во, и съел. Вот. Видите, какая бывает неудача, когда ты, значит, делаешь ролик. Ну что, надо, наверное, мне себя вернуть. Где я там пропал? Сейчас, ребята, верну. Вернусь сейчас. Ну, вот он и я вроде. Что-то у меня... Ну, давай, давай. Да, что-то, ребята, у меня вот эта программа... Все время забываю, как она. Плюс там какой-то, в общем. С помощью которой я делаю... Записываю ролики. Она у меня так-то очень мне нравится, программа эта. Но у нее есть один недостаток. Ну как недостаток? Если этого не делать, то все будет нормально. Я вот сейчас свернул, ну, в трей игру. И зашел в эту программу, отключил на время, значит, вебку свою. Зашел, все нормально было. Опять сделал повтор, ну, опять свернул игру и включил вебку. И все, она у меня стала так тормозить компьютер, что-то там, что я не смог играть. Мне пришлось, значит, выходить из игры. Перезапускать игру мне пришлось из-за этого. А, ну, я понял, значит. А здесь, значит, чтобы что-то съесть, надо, значит, команда Y, она здесь рабочая. Не команда, а просто клавиша Y. Вот. Ну, насколько я понял, съесть-то я съел, а вот... с собой взять, пока я это еще не знаю, как это делать. Чтобы взять с собой, значит, еду. И потом съесть ее в любое другое время. Этого я пока не увидал, как делается. Кстати, а я понял, вот здесь... А вот интересно, здесь вот я сейчас еду по встречке или... Здесь вот двойная... Нет, все-таки я сейчас еду по встречке. По-любому. Ну ладно. Пусть будет так. Ну все, в общем, здесь я теперь поработаю немножко таксистом. Сейчас боюсь пока еще. Надо мне больше освоиться на этом сервере. Хотя вот эта вот система, когда клиент сам, значит, указывает, куда ехать, появляется маркер и появляется, значит, имя клиента тут в правом углу. Сколько, значит, расстояние до пункта назначения и цена, все это сразу указывается. Это дело мне нравится. Буду я осваиваться на этом сервере. Ребята, я тут обращаюсь немножко к админам этого сервера. Ребята, я буду играть так, как я умею играть. Пожалуйста, если вас это устраивает, значит, у нас все будет хорошо. Если нет, значит, значит, будем о чем-нибудь другом там думать. Но я хочу играть так, как я хочу играть. Мне как нравится играть, я так и буду играть. Не буду я никуда вступать, ни в какие организации, ни в какие банды, там, государственные организации или еще. Я буду играть сам по себе, как я всегда это привык играть. И, кстати, вот смотрите, вот этот дом дорогой, да? Как бы, и оплата тоже 600 рублей в сутки. Всего лишь 355 тысяч. Вот, у меня совсем немножко на него не хватает. Вот.
А дом как раз именно на берегу этого канала, он должен быть, по идее, ну, не такой уж он и убогий по убранству, довольно-таки сносно. Тут, конечно, не хоромы, не дворец, но не нормально, нормально. Практически так. Ну, в доме нет медикаментов. Да, и, наверное, я тут скоро куплю себе жилье, потому что, в принципе, здесь жилье доступно. И оно есть в наличии. Оно есть в наличии. И, наверное, я сейчас вот в этом месте, в этом жилье, в этом жилище буду заканчивать свой летсплей. Вот, сегодня у нас суббота. Вот, отыграл я эту неделю все, как и обещал. И на сервере Sampnet последние ролики сделал. На сервере Arizona у нас все нормально. Там, значит, админы мне никаких... Ко мне вроде как никаких претензий не имеют. Значит, я делаю вывод, что их устраивает, как я играю. Вот. Надеюсь, что админам сервера Revent RP тоже, надеюсь, что они тоже будут довольны, как я играю. Если нет, то значит вы мне об этом напишите. Но еще раз повторяю, изменять самому себе я не буду. Я буду играть так, как я играю. Вот, играть буду сам по себе. Тихо сам с собою. Вот, как я всегда играю. Вы просто поймите, у меня другой возраст. Я немножко в диалогах, видите, у меня тут плохо получается. Вот, но даже если бы я умел быстро писать, я как-то... Иногда получается конфликт у меня в мозгах, потому что иногда игроки, ну ладно, скажу по-русски, иногда такую херню пишут, такую ерунду замучивают в этих в бандах, в организациях. Не, ребята, у меня тут своя жизнь, жизнь взрослого мужика, вот немножко поехавшего, у которого немножко крыша поехала. И вот как он потихонечку тут тихо, в стороночке, не мешая вам, играет на разных серверах сам. Вот, если админов Revant RP такая моя игра устраивает, значит, мы будем продолжать сотрудничество. Если они от меня хотят что-то другое, тогда мы эту тему обсудим, и там дальше будет видно. Ну, а на сегодня все. Всем, ребята, пока. Я надеюсь, завтра я все-таки замучу влог. Будем думать, что погода не помешает. А к Сампу я вернусь в понедельник, опять сюда же, на Revant. Теперь вместо Самп-нет у меня будет по понедельникам и средам Revant RP. Так что всем пока, до следующих встреч. Всем пока.